Меня зовут Евгений Плаксенков, я руководитель кафедры финансы, платежи и электронная коммерция. Это новая кафедра, которая создана в Московской школе управления Сколково при поддержке MasterCard. Эта кафедра посвящается самым главным актуальным вопросам в сфере платежных систем, поэтому мы занимаемся исследованиями в области безналичных цифровых платежей, исследований, собственно, по развитию платежной системы России. Кроме этого, в планах кафедры развивать обучающие программы и также способствовать развитию инновационных идей, акселерации стартапов, всего того, что близко рынку платежных систем и электронной коммерции. Рынок платежных систем в России – это, безусловно, растущий рынок, очень интересный. Он заслуживает практически процветания, потому что это рынок услуг. И услуг в сфере самых передовых технологий, он тесно связан с цифровыми технологиями, поэтому растет быстрее, чем другие. Поэтому кратко можно назвать его одна из точек роста российской экономики, место, в котором наиболее бурный рост наблюдается для всех инноваций, особенно в части электронной коммерции. Прежде всего, для того, чтобы рынок развивался, ему нужны ясные, четкие правила игры. Соответственно, мы занимаемся тем, что эти правила совершенствуются. Мы стараемся давать наиболее адекватную оценку того, что работает, и предлагать наилучшие практики, которые существуют в мире и которые адекватны нашему рынку в части его развития. Национальный платежный форум России играет огромную роль как в теоретической, так и особенно в практической части. Если выражаться высокопарно, то у всех тех, кто активное участие принимает в форуме, безусловно, есть миссионерская роль. Это просветительство, это продвижение наилучших идей, это экспертиза. А если говорить без патетики, то форум направлен прежде всего на практическое решение сегодняшних и будущих задач, будущих проблем, с которыми участники форума знакомы больше, чем весь рынок. И мы с удовольствием на этом форуме предлагаем наилучшие форматы развития рынка, наилучшие способы выстраивания взаимоотношений между игроками. И еще у форума есть отдельная интересная черта. На этом форуме будет представлен ряд стартапов, ряд инновационных идей, которые, часть из которых уже имеют историю успеха на сегодняшний день, а другие будут заметными явлениями в нашей экономике. Добро пожаловать!